Ребята из местного колледжа. Трудовой десант высадился на берегу в районе бывшего керамзитного завода. Это Первомайский район. Почему именно здесь? Поскольку являюсь членом группы рыболовные войска Димитровграда, я начал читать посты о том, что данная территория замусорили, поскольку очень много рыбаков, и мы решили, глядя на это, мы решили очистить данный берег. По всему берегу разбросан бытовой мусор, и можно предположить, что его оставляют сами рыбаки. Попадаются бутылки, какой-то бытовой мусор и рыболовные принадлежности. А еще банки из-под прикорма рыбы, какие-то шланги, пластиковая тара. Невежество людей поражает, оставляют мусор там, где им хорошо. Получается отдых на помойке. Ребята очистили от мусора более полукилометра береговой полосы. На уборку ушло около 3 часов. Марина Антуганова, Василий Кудинов. Наше время.